Кто бы поверил, что все это не настоящее, да? Вот так это все выглядит. Какая калорийность здесь? Небольшая, в районе, наверное, 2500 калорий. Вот такие вот маленькие-маленькие вещи. Все выглядит ультра по-настоящему. И будет красивым на протяжении нескольких лет. Потом можно будет менять композиции. Цветы — это, конечно, очень классно. Самое главное, что наша квартира, она в черном глянце, и вазы эти тоже черные глянцевые. Хотим ими декорировать, наверное, прихожую. Нет, они не пахнут. Саша, Юра, доброе утро, Кокляев. Привет! Привет, Мишка! Спасибо, что от Миши передаете привет. Спасибо, что смотрите нас. Конечно же, нам не дарят цветы. Мы, на самом деле, вместе друг другу дарим цветы. И вот уже один вариантик мы такой присмотрели небольшой. Он с зеленью. Да, черная ваза в этом лучше, видишь? Их можно же переставить в черную вазу будет, правильно? Привет, Майкопу. С праздником Валентина. Всех, всех, всех. Меня вы еще успеете увидеть, а вот таких красивых цветочков не всегда можно увидеть. Я думаю, что она килограммов 8 должна весить. Легко, да. В принципе. Ну, конечно, это эффектно смотрится. Мазь. Нет, это понятно. Но. А их же можно попросить их додекорировать зеленью, правильно? Да. Тебя же просто привлекает сейчас зелень вот в этом, правильно? Мы можем додекорировать сюда. Есть отдельно? Литя? Да. Есть, сейчас принесу. Сейчас принесут, посмотрим. Это можно задекорировать, будет прикольно. А тут, по-моему, выше, вот там меньше, ниже база. Не, база одинаковая, да? Ваза сколько одинаковая. Стоит? Стоит все достаточно дорого. Ага. Мася, тебя хотят видеть. Привет из Читы, и вам огромный привет. Это не то, что жене, это повод вместе пойти выбрать интересные вещи. Такие подарки, они очень интересные. Там. А где ты все бросила? А, вон там бросила. Даш, попроси, пожалуйста, листья для орхидеи передать. Там, ну, зеленушки. А эти же листья, они тоже же такие долговечные, да? Они же тоже искусственные, я так понимаю, да? Да. Да? Они будут, да, такие же большие должны быть. Да. Конечно, они просто отдельные. Ой, Берлин. Берлину привет. Да. Ну, это будет классно. Вот видишь, сейчас ее тогда декорируем, и будет прикольненько смотреться. Там большие листья, а? Может, побольше цветочков, здесь маленький бак есть, видишь, его надо будет вторую взять. Да, то есть в ту вставим потом. Нет, никто не запрещает снимать, почему же? Привет, Тюмени. Привет, Кургану. Здесь есть даже деревца. Сейчас покажу. Вот. Это тоже все искусственные пальмочки. Представляете, а смотрится все как по-настоящему. Ну что, они принесут, мы пока пойдем в магазин? Да, пойдем погуляем, пока посмотрим, что здесь вообще есть. А то мы... Надо освоиться. Да, мы приехали в новый район, и еще непонятно, кто больше из вас двоих зарабатывает. Не знаю, мы оба нормально зарабатываем. Где мы? А вот какой-то большой комплекс, который у нас недалеко Garden от дома. City. Garden City, да. Это видно новые подписчики, которые очень эмоционально на меня реагируют. Привет, Кронштадту. Как ТЦ называется? Garden City. О, да. Wine Boutique. Так, химчистка. Химчистка — это прикольно. А
Надо ну в Лэнд зайти, ты мне обещал пирожное. Пироженку, праздничная утренняя праздничная. Пироженка, представляете, да, девочка?